Хаджимурад Малаев восстановлен в должности главврача городской клинической больницы Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Накануне приказа министра здравоохранения республики он был отстранен от работы. По словам помощника главврача, после того, как у здания больницы собрались сотни жителей республики в поддержку руководителя медучреждения, в разрешение конфликта лично вмешался в РИУ главы Дагестана Сергей Меликов. После чего и было решено, что Хаджимурад Малаев продолжит работу в системе здравоохранения на прежней должности. Такого дня рождения у меня никогда не было. Спасибо вам, спасибо. Я этот день рождения запомнил на всю жизнь. Вот так вот, Мурат. Ты заслужил, заслужил. Спасибо вам, спасибо. Дай Аллах вам здоровья, вашим близким, родным. Но у нас самая главная все-таки задача остается номер один. Это наши пациенты, больные, где мы должны все внимание там уделить. Дай Аллах вам здоровья всем. Главврачи и работники городской клинической больницы Махачкалы были на передовой во время пандемии COVID-19 и до сих пор продолжают принимать больных. Также ранее Хаджимурад Малаев за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получил медаль «Мы вместе», учрежденную президентом России Владимиром Путиным.